Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! В сети активно обсуждают слухи о том, что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина трещит по швам. Отношения звезд в опасности, и это не просто слухи, им уже нашли доказательства. По всей видимости, легендарная советская певица Алла Пугачева не планирует разводиться с изменником Галкиным, так как уже года не те и присутствуют некоторые страхи. Об этом пишут российские СМИ. А вот Галкин решил поскорее избавить себя от оков нелюбимой женщины и приступил к решительным действиям. Он уже на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с женой. Не исключено, что этот брак артистки закончится разводом, и она останется в своем замке одна. А у Лизы и Гарри появится новая мама, возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Показать еще. Так, именно при помощи специалиста Алла Борисовна смогла избавиться от 20 лишних килограммов. Как итог, теперь Примадонна все чаще для выхода в свет выбирает смелые наряды. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, ведь мы стараемся делать видео только для вас. Спасибо за просмотр.